Добрый день, дорогие друзья, новоселы. Вы знаете, очень приятно, что те обязательства, которые власть берет, мы выполняем. И рад, что жители сегодня заедут в квартиры, которые они долго ждали. Поэтому я желаю, чтобы в ваших домах, в ваших квартирах жила любовь, жило взаимопонимание и поддержка. Это очень важно, когда стремишься домой, где тебе тепло и уютно, и ты понимаешь, что ты в этой жизни чего-то достиг с помощью государства или сам. Поэтому те обязательства, которые перед нами ставят, мы будем выполнять. Я надеюсь, что действительно это будет у каждого большой уголок счастья. Всем удачи, здоровья, взаимопонимания и поддержки.